сегодня, несмотря на штиль, под берегом очень довольно-таки сильные волны. Если бы на лодочке мы выходили, это было бы не страшно, но так как мы ловим маленькими удочками под берегом, волны довольно-таки сильно будут затягивать небольшие груза. Погодка сегодня просто замечательная. Сейчас я покажу, что я беру обычно на рыбалку с собой, на такую простенькую морскую рыбалку, на бычка. Ну, термос с горячим чаем. Ну, я беру 200 литров, чтобы на целый день мог спокойно пить. Это у меня с камерой все связано в этой сумочке. Ведерко для бычков, ПВХ-шное, вот такое у меня клипсовское. Оно застегивается. Ну, сейчас у меня там все снасти, которые могут пригодиться. Ну, именно крючки, грузики. Тут у меня в баночке разные грузики. Леска. Ну и наживка. Обычно тоже тут. Типа, если потечет, то не страшно, ведро не пропустит. Там леска. Обычно 0,30-0,35 применяю. Тряпочка обязательно на морской рыбалке, так как рыба скользкая. Ну и слизь остается на руках. И вот так вот 2-3 удочки. Ну вот, в частности, у меня 2. Сегодня, и скажу, этого было много. Сегодня буду ловить на вот такие вот удочки. Сейчас я их размотаю, покажу вам. Калипсо 75 сантиметров удочку. Брал ее как под балансиры. Ну, для зимней рыбалки. Но так как лед, я не успел на лед, я работал. А лед простоял где-то день-два. Надежно. А потом вот ударили плюсы, я уже не рискнул на него выходить. Ну, в нашем регионе лед это что-то такое особенное. Его долго ждешь, а потом он быстро-быстро уходит. И сейчас он очень тонкий, на каналах стоит. На спиннинг не половишь, ну и на лед не выйдешь. Буду ловить на них бычков сегодня. Намотал самую простенькую обычную леску. Это у меня 0,30 лесочка, Титанфорс Калипсо. Намотал сюда где-то 50 метров на каждую. Снасть у меня вот такая вот будет. Применять крючки буду вот такие вот, с форм 46, бычковые, 10 и 8 номера. Чуть-чуть больше и чуть-чуть меньше. Когда бычок в основном крупный берет, я ставлю вот такие вот, побольше, 8 номера, иногда еще крупнее. А в основном 10 номер довольно-таки неплохо справляется. С абсолютно любым. Мелким, крупным, с собачками. Просто обычные чищенные мидии. Оп, есть первый. Собака. Первая рыба этого года на море. Вообще это вторая рыба у меня. Первая была щука, и вот на море первая рыбка с собачкой. Называют ее собаком, потому что она очень любит кусаться, видите? Дотрагиваешь, она сразу пытается укусить. Но не буду рисковать. Сейчас ее отпущу. Она у нас несъедобна. Была поклевочка. Опускаем опять. Бычок неактивный из-за того, что ледяная вода, поэтому приходится его чисто выжидать. Клюет так две рыбы, в принципе, у нас в основном. Это бычок и собачка. Закинул вот так вот, как в лунку, под камешек.
Потому что вот тут сильно качает. Но тут они тоже клюют. Он, кстати, клюет. Оп. Есть. Опять ушла. Но ничего, они тут в количестве. Третье. Но тут как-то более-менее нет волн. Клюют они плюс-минус везде. О, опять клюет. Волнами окутывает. И, кстати, поклевочка. Опа. И собака. Очередная собака. Зацените расцветку этой собачки. Ну, очень красивая рыба. Несмотря на то, что, ну, лично я ее не употребляю в пищу, мне она очень нравится. По расцветке, по поклевкам и так далее. Ну что, дорогая, лови. Ловить сегодня, скажем так, вообще неудобно. Из-за волн часто отдает волной. Но сегодня очень тепло. Конечно, стрёмненько по этим сваям ходить, так как они от морской воды, ну вот, видите, что с ними происходит. Но я просто наслаждаюсь сегодняшней рыбалкой, погодой. Как для начала января, просто огонь. На реке сейчас почти ничего не ловится, поэтому море просто выручает. Была хорошая поклевка. Глубина маленькая, всего там сантиметров, наверное, 35-40. Оп, а вот и есть. А вот и есть собачка. Ох, тут загибает. Оп. Есть собачура. Неплохо я сегодня так открываю сезон на море. Куча рыбки. Такие, конечно, радуют. Крупные. Отпустил я крупную собачку. Точнее, уронил в щель только что. Хотел сфотографировать. Будем рыбачить далее. Попробуем тут. Такая вот собачка. А вот они из самых комфортных. О, затягивает. Да, ай, в последний момент отпустила. А, камера облила. Я стараюсь не выпускать в то же место, откуда поймал, так как это рыба, которая может возвращаться не раз на... Вот она поймалась и опять вернулась. Поймалась, опять вернулась. Поэтому я стараюсь выбрасывать ее куда-то в другое место под камень, чтобы она там себе успокоилась немного. Поклевка. Есть.
Все, упало. Клюет, но не заглатывает. О, вот это вот больше похоже на поклевку, когда вырывает из рук. О, опять. Клев ослаб. Уже штук, наверное, 15 наколол. Обошел все камешки. И, в принципе, активную рыбу пособирал. Ну и пока вот забросил две. Ну, все равно волнами обдает. Как-то некомфортно. Некомфортно становится. Потому что рыбка перестала клевать. Было бы клевало, все бы было нормально. Ничего, продолжаем рыбалочку. Поставил большой пучок мидии сейчас. Посмотрим, через сколько секунд будет поклевка. Вот сразу. Видите, сразу берет. Но объедает. Оп. Мимо. То есть там очень много этих собак, вот именно под этим камнем. Вот это вот именно жадная. Потому что она целиком вот мидию проглотила. Вместе с крючком. Крючок не маленький. Полностью по ушко крючок заглотил. А до этого вот большие собаки чисто с краю брали. Ко мне пришла Котя, и всех собак, которые я сейчас поймаю, я, наверное, буду отдавать вот этой котичке. Ай-яй-яй, укусила только что. Держись, Зак. Котя, кушай спокойно. Боится, что заберу? Котика пришла. Котика, я тебе сейчас дам. Иди. Все, схватила и убежала. Все, на этом буду, наверное, завершать рыбалочку. Два кота накормлены. Вся рыбка отпущена, остальная. Штук, наверное, 25 поймал за сегодня. Еще куча поклевок было. Удочки эти понравились. Все удары в руку. Так как они маленькие, звонкие. В общем, осталось разловить их на бычке. Вот так оно слаживается. Аккуратненько. Завершилась моя рыбалочка. Сегодня я неплохо половил рыбки, обкатал новые удочки, открыл сезон на море. Хотя я не думал, что сегодня столько рыбки поймаю, но сегодня, наверное, штучек 25 рыбок поймал. И крупные собачки, и обычные, но по бычку еще не открылся. Но, честно, кайф поймал, поклевки эти заработал, рыбку на крючке подержал. Кому понравилось, оценивайте, подписывайтесь, и до скорых встреч. Буду еще, наверное, выходить, пробовать. Ну, а пока вот так вот.